что ж, дорогие друзья, снова мы в городе Домодедово, где проходит очередной чемпионат независимой федерации рестлинга «Опасная зона». «Опасная зона» номер 79, 23 ноября 2013 года. На ваших экранах многократный чемпион независимой федерации рестлинга, бывший чемпион в парных боях, народный чемпион, любимец публики Антон Дерябин. Как всегда, получает он теплую реакцию зала, поддержку. Это, я думаю, это говорит не только о том, что Антон действительно является лицом публики, но и о том, что давненько независимая федерация рестлинга не добиралась до города Домодедово. Успели фанаты соскучиться по рестлингу, по отечественному рестлингу. Ну вот, наконец-то снова в Домодедово независимая федерация рестлинга. Теперь уже Антон благодарит фанатов за эту поддержку. Дамы и господа, поприветствуйте его оппонента, чемпион независимой федерации рестлинга, король хардкора из Москвы, вес 100 килограмм, Иван Марков. Ну а вот и соперник Антона Дерябина, действующий чемпион НФР Иван Марков по прозвищу Локомотив. Много-много лет уже дерутся на ринге НФР. И Иван, и Антон друг друга знают как обрубленные, поэтому обоим, мне кажется, что и одному, и другому, с одной стороны, конечно, будет проще драться хоть друг против друга, тем более не первый раз они дерутся между собой. Вот, но я надеюсь, и Локомотив, Антон Дерябин припасли друг для друга несколько сюрпризов, я вижу, может быть, новые приемы, новые тактики. Я думаю, что удивят они сегодня не только друг друга, но и фанатов. Ну, вот культуру это, конечно, я сильно уверен в них, я надеюсь, что сегодня, ну вот, Локомотив решил сразу так психологически надавить на Антона Дерябина, напоминает ему, кто это чемпион. Проблема только в том, что по количеству чемпион Антон Дерябин впереди, как говорится, планеты всей. Локомотиву, если он хочет сравняться по количеству чемпион, нужно очень и очень постараться. Но я думаю, что если вдруг такая ситуация произойдет, Локомотив это сделает. В конце концов, именно свое прозвище Иван Марков получил за свою напористость. Также очень хорошее отношение фанатов к Локомотиву. И бой сразу же начинается. Ну, здесь, конечно, Антон Дерябин демонстрирует преимущество в силе. Отталкивает без особого труда он от себя Локомотива. Лока надо сконцентрироваться. Так, еще одна попытка Лока. Блок сразу же уходит на вестлок. И вот так вот сразу же решил к ударной технике подойти Локомотив. Хедлок отталкивает его Антон Дерябин и сшибает. Снова преимущество в массе силе. Вот это жесть! Локомотив плюет в лицо Антону Дерябину, да еще и пощечину ему влепил. Ну это просто, этот беспредел Антон Дерябин безнаказанным не оставит. Клоузлайн в углу. Еще один. И урок арифметики. Уворачивается Локомотив. Антон бьется головой
подушку. Локомотив держится за челюсть. Вот это бегут. Теперь уже челюсть Антона Дерябина страдает. Несколько быстрых реверсов. Обратный локоть у каната. И бигбут ответный от Антона Дерябина. По-моему, даже губу он разбил Локомотиву. Хотя, может быть, и нет. Крови не видно. Значит, Локомотиву, конечно, повезло. Попытка локобомбы. Карусель удачи не проходит в ответ. Да, я, честно говоря, не ожидал, что Иван и Антон так сразу же приступят к выяснению отношений. Я думаю, все-таки они будут немножко осторожны в этом матче. Но, с другой стороны, как я уже говорил, они друг друга знают и решили каждый сразу взять быка за рога. Да, Локомотив сам аплодирует вместе со зрителями Антону Дерябину. Нет, второй раз Локомотив в это не поверит, и уже Антон плюет по лицу в ответ Локомотиву. Обмен ударов локтями. Да. Снова преимущество на стороне Антона Дерябина. Бигбут в челюсть. Ответный бигбут. Чоп от Локомотива с разворота в ответ. Антон Дерябин прописывает ему чоп с такой силой, что Локомотив падает как подкошенный. Жестко коленом встречает его Антон. И Black Hole Slam. Слэм — черная дыра. Один из коронных приемов Локомотива — удержание, но вырывается Антон Дерябин. Ступня мамонта. Все, ну пошла уже откровенная жесть. Бостонский полукраб. Посмотрите, весьма оригинальный выход был на этот прием. Антону Дерябину нужно либо вырваться, либо ухватиться за канат. Посмотрите, как вольготно себя чувствует Локомотив. Болевой уже на две ноги проводит он Антону Дерябину. Да еще разлегся на нем, как на диване. Подушки только не хватало, но пришлось этот болевой прием прервать. Что, неужели Анна Каренина? Неужели сейчас будет Анна Каренина? Разбег! Ловит его ногу Антон Дерябин и начинает прессовывать Локомотива в углу. Снова урок арифметики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вся десяточка прилетела в голову Локомотиву. Ах, самый последний момент. Локомотив выходит из подбегущего на него Антона Дерябина. Снова Анна Каренина. У Локомотива не получается. Передний суплекс. Даже, извините, не передний суплекс, а передний просто, передний бросок. Зрители требуют от Антона Дерябина добить Локомотива карусель удачи. Локомотив практически без сил, но все-таки пытается подняться. Чуть-чуть силы у него остались. Неужели своя? Реверс! Попытка очередного болевого на ногу. Снова контратака Антона Дерябина. Своя! Четко! Четко, как гвоздь в липу. Также и Локомотива головой в ринг погнал сейчас Антона. Антон Дерябин и СТФ. Коронный болевой прием от Антона Дерябина. Теперь те же условия для Локомотива. Либо вырваться, либо дотянуться до каната.
как, что такое? Антон почему-то сам решил прервать этот пулевой прием. Не знаю почему. Видно, все-таки хочет добить его до верности. Теперь уже Локомотив жестко встречает Антона Дерябина. И лакобомба! Удержание! Раз! Два! Нет, теперь уже Антон Дерябин вырывается из коронного приема, после коронного приема Локомотива. Вырывается из этого удержания. Лока за голову схватился от отчаяния. Ну все! По-моему, все, кроме Анны Карениной, он уже провел. Антону Дерябину в этом матче, но Дерябин не побежден. Продолжается этот бой. Напоминаю, что это 79-й чемпионат «Опасная зона», город Домодедово. Антон Дерябин против чемпиона НФР Ивана Локомотива Маркова, который помимо чемпиона НФР является еще и обладателем титула «Король хардкора». Велосипедный удар. Антон еще на ногах, и контратака. Белли-ту-белли бросок через голову. И карусель удачи. Посмотрите, как высоко он поднял Локомотива. Нет, Локомотив теперь уже вырывается после коронного приема от Антона Дерябина. Сумасшедший, просто сумасшедший матч. Давайте посмотрим повтор. Вот велосипедный удар. И белли-ту-белли через голову. И карусель вдогонку. Бой уже за рингом. Локомотив пытается на бомбу поднять Антона Дерябина, но тот уперся ему в ноги. И снова контратака от Антона Дерябина, головой об опрон. Пугает он Локомотива. Локомотив сзади атакует ногу Антона Дерябина. Тот его отталкивает, правда. Локомотив остался рядом и снова ударил по спине Антона Дерябина. Как? Что задумал Локомотив? Неужели сейчас будет бомба в зрителей? Нет! Бомба! Спиной на металлический край ринга, на металлическую силовую балку ринга. Дальше заталкивает Локомотив по Антону на ринг. Ну и логично было бы здесь попытаться удержать. Особенно после такого довольно мощного и сокрушительного приема. Раз, два. Нет, вырывается Антон Дерябин. Но Локомотив с каждым удержанием близок и близок к победе. Уже практически на 2,9 вырвался Антон Дерябин. Еще может быть одна или даже две таких атаки, и победа у Локомотива в кармане. Антон Дерябин снова на ногах. Локомотив поднимает его на плечи. Антон спрыгивает. Клоузлайн в спину, в углу. Так, сажает он Локомотива к себе спиной на третий канат. Сам залезает на канаты. И бэкдроп с третьего каната. Практически супер бэкдроп проводит Антон Дерябин Локомотиву. Сам, конечно, пострадал от этого приема, но Локомотив в большей степени. Осталось только доползти и удержать. Локомотив практически даже не шевелится. Только сейчас он начал приходить в себя, судья отчитывает. Если до отчета 10 не будет удержания, или кто не встанет, он будет дисквалифицирован. Раз, два, о-хо-хо-хо! И после этого приема вырывается Иван Марков, Локомотив.
Так, что происходит? На ринге Ямалкин, Аркио! Тут же Вулкан и Флекс!